добрались до отеля. Ну, вроде неплохо. По сравнению с Royal Paradise, в котором были, это поновее. Все-таки выглядит даже телек, Wi-Fi, ну, пока не проверяли. Так выглядит наш бассейн. Кстати, тут Wi-Fi есть, и он нормально работает. А по сравнению с предыдущим отелем, в котором мы были в 2019 году. Поэтому для 4 звезд тут довольно-таки цивильненько. Посмотрим, как будут кормить. Доброе утро, поспали мы где-то 1-2 часа, короче, а до заселения еще долго, 9 часов утра, а заселение до 2, ну, нам сказали, что могут, может нам помогут, и мы заселимся немножко раньше. Хорошо, что дали ваучеры на интернет, он действует целую неделю. И целую неделю у нас будет интернет, так что сим-карту мы купили, можно сказать, зря, но я думаю, мы найдем ей применение. Мы устали ждать, и поэтому за дополнительную оплату нам выдали хороший номер. Блин, вид прикольный, с небом. 62.05. Итак, вот наш номер. Это за дополнительную оплату 10 баксов, но это мы заплатили за то, чтобы заселиться раньше. 6 часов бы после самолета, не спавшим, мы не выдержали. Ну и плюс 10 баксов, это недорого, мы в прошлый раз 5 давали. Вот. Как бы кровати чистые, убраны. Телефон. Ну, конечно, отельчик прикольный. Телек есть, уже не старинный, хотя бы плоский. Кондерик. Вот такой у нас вид на кустике. Так, вручили перечень того, что здесь происходит. Завтрак с 7 до 10, обед 13-15, ужин с 19 до 21. Алкогольные напитки здесь платные. В баре продаются с 11 утра по 23.00. Закуски у бара бесплатные, 16.30 до 17.30, детское меню. Значит, развлекательная программа, ежедневная музыка у бассейна, ежедневный бесплатный трансфер до пляжа, бесплатный Wi-Fi. Платные услуги, напитки, обслуживание в номере, спа-центр и дайвинг-центр, услуги прачечные, обращение к врачу отеля, телефонные звонки, бизнес-услуги. Как-то так. Вот такой санузел. Идет мыльца и шампунька. Есть новый фен. Полотенечко. Два стакана для чистки зубов. Ну, довольно чисто. Ух ты, какая душевая кабинка. Кайф. Да, это реально 4 звезды. Еще осталось понять, как кормить. Вот есть сейф для оценок. Хлебушки. Вот такое у нас меню, в принципе. Да. Здесь у нас салатики. Ну, в принципе, выбор такой средненький, но есть. Вот десертики, желейки с арбузиками, апельсинки. Такой вот обед скромный. Ну, для 4 звезд именно обед. Ничего лишнего. Из-за того, что здесь, в этом отеле, мало наших людей, а больше всего местных,
и вообще иностранцев с других стран, то здесь в столовой, ну не в столовой, у них это ресторан называется, кормят довольно-таки нормально. Еда презентабельного вида и вполне съедобная. Поэтому тут тоже плюс. Для 4 звезд выбор довольно-таки неплохой. Мы и покушали и наггетсы, и рыбу, и салаты, и единственное, что с водой беда. То есть либо спрайт, либо фанта теплая, и юпи холодная. Ну, юпи пить нереально. Сейчас на вечер у нас назначена встреча с гидом на 18:00. Это очень важное событие, которое не нужно пропускать, потому что гид забирает у вас ваучер и потом вписывает ваши имена для того, чтобы зарезервировать обратный рейс на самолет. Поэтому с гидом встретиться важно, хотя он и будет впаривать вам экскурсии за 20, за 30 долларов там на квадроциклах. На квадроциклах стоит, на яхте кататься неинтересно, а поехать там куда-то еще тоже неинтересно. В принципе, самое такое более-менее нормальное — это квадроциклы. Поэтому встретиться с ним все равно нужно, но от экскурсии, если вы не хотите или знаете, куда вы сами поедете, можете отказаться. Но при этом туркомпания, которая вас отправила, не несет никакой ответственности, если вы взяли неофициальную экскурсию, то есть не у гида. Поэтому будьте осторожны и пользуйтесь только проверенными экскурсоводами. Информация об этом визе, как я вам сказал, будет на ресепшн при последний вечер. Будет указана фамилия, имя, номер рейс, время отъезда из отеля и время билета. К 7 вечера, при последний вечер, подходите, вас смотрите. Сейчас вот вам надо оформлять анкету. Заполните, если кто-то хочет для экскурсии, мы спрашивают, это ли было съездить, обращайтесь. Да, чтобы узнать, вам надо оформить страховку или нет. Какие экскурсии интересуют вам? Что вам понравилось? Сейчас мы пришли на ужин в 19:00 до 21:00. После встречи с гидом смотрите внимательно, потому что встреча с гидом — это официальные экскурсии, которые покрываются страховкой, если какой-то несчастный случай будет, не дай бог. Но цены выше. Получается, он нам рассказывает, что сим-карта стоит у них 15 баксов за 20 гигов. Но и типа у них дешевле, чем в аэропорту. Но по факту мы в аэропорту купили за 10 долларов сим-карту на 18 гигов. То есть 2 гига разницы, но в 5 баксов для Египта можно погулять немножко. Поэтому будьте осторожны. Но гиды очень сильно обижаются, если у них ничего не заказывать. Мы заказали не экскурсию, мы заказали поездку на дискотеку вместе с напитками возле моря. Стоимость такой поездки 10 баксов с человека. Мы их заказали, остальное мы будем все покупать в городе, потому что это дешевле. Если какой-то обязательно вам нужен экстремальный вид отдыха, то тогда рекомендую все через отель делать, потому что если, не дай бог, что случится, то страховки не будет. Сейчас на ужин у нас курица, жареные сосиски, водичка. Готовят это там. На гриле. Должно быть вкусно. А вдали виднеется пирамида. Надо узнать, что это такое. А наш путь сегодня идет туда, на старый базар, там где вот два минарета. Мы купим себе фруктов, я табак для кальяна. И потом узнаем, что это за пирамида такая. Итак, за $1 вас ожидает вот такая уборка номера и такая красота лебединая.